Садись. Ой, красота. Ну как? Хорошо. Отсюда всего видишь. А сюда нельзя. Подождите, товарищ. Вон маленький, там ему не видно. Можно посмотреть здесь? Сюда нельзя. У нас места наверху. Вы с ума сошли. Ну, сейчас делегация. Давайте. Вы поймите, первый раз в театре. Освободите ложь. Он же маленький. Они звонили, они могут каждую минуту приехать. Они просили начинать. В уголке постоит, не помешай. Ну, пошел. Я сейчас приглашу администратора. Андрей, пойдем. Пускай смотрит. Ты с ума сошел. Граждане, вы что, русского языка не понимаете? Освободите немедленно ложу. Ну, пусть посмотрит. Он же маленький. Ну, пожалуйста. Я сейчас милицию вызову. Я сейчас вызову милицию. Я им все говорю. Сейчас. Я им все объясняю. Я даже против... Я вижу, как вы объясняли. Андрюшенька, пойдем, скандал будет, а? Заткнись. Сюда. Вот он. Ты че, мужик, ошалел? Тебе же ясно сказано, бери ребенка и иди отсюда. Ребят, ну пусть посмотрит. Ребят, ну он же маленький. Что вы делаете? Отпустите его! Андрей! Пусть посмотрит, он же маленький! Фу, Андрей! И ничего, и красиво тут. Вот галстуки. Сейчас мальчика уберем, все в порядке. Господину Ахири, что я приношу ему и семье мальчика свои глубочайшие извинения за действия этих идиотов. Ну что, ребенок вам помешал, да? Ничего, я с вами еще разберусь.